Благодаря тесту Mercedes AMG E63S осенью 2017 года встречи с BMW M5 я стал ждать еще больше. Да, такой тест состоялся осенью 2018 года, и он тоже проходил в Европе в рамках теста EVO Trips. Но тогда у меня не было возможности сделать видеообзор. Сегодня, благодаря официальному дилеру BMW компании Bavaria Motors и проводимому ими мероприятию M-Performance, мы восполним этот пробел. Всем привет или здравствуйте! С вами Игорь Кравцов, канал EVO Trips и BMW M5 F90. Было бы интересно провести тест-драйв M5 зимой. Это было бы очень интересно, на мой взгляд. Тем более, что MX Drive этому явно способствует. Но на дворе лето, и мы вынуждены снимать сейчас. А поскольку такая ситуация, то мы постараемся выяснить, насколько подвеска и комфорт этой подвески одинаково воспринимается на дорогах европейских по тесту, который был у меня в прошлом году, и наших родных отечественных дорогах. Никогда, говорили они, ни за что мы не сделаем М-ку полноприводное, утверждали инженеры подразделения МГМБХ. Но вот передо мной BMW M5 серии с приводом на обе оси. Мир меняется, ничто не стоит на месте, и подобное решение, на мой взгляд, даже немного меняет законы физики. И похоже, что инженеры из Мюнхена эти изменения физики решили начать с переосмысления числа пи. Почему я так думаю? Потому что ускорение этого автомобиля 3,4 секунды. Это почти созвучно и соизмеримо с настоящим значением. Идеальный пазл с полным приводом у баварцев сложилось только с выходом пятерки в кузове J30. Это благодаря тому, что новая пятерка построена на платформе Clar. За счет этого удалось сделать автомобиль как легче, так и жестче. И M5, реализованная с полным приводом, на 15 килограммов легче, чем предыдущая в кузове F10. Пару лет назад Крис Каррис, некогда коллега британского журнала EVO, а ныне ведущий автор программы Top Gear, брал на тест юбилейную M5 в предыдущем кузове, юбилейную 30-летнюю модель, и сравнивал ее с Lexus GSF. И тогда он в целом признал, что M5 очень хороша, но единственным ее минусом, по его мнению, была избыточная мощность на задней оси. Я же уверен, что с выпуском M5 в полноприводном исполнении эта проблема решена. Прежде чем продолжить ездовую часть нашего обзора, я предлагаю насладиться салоном этого автомобиля.
Здесь все по BMW-шному эргономически выверено и находится на своих местах. Единственное то, что я вижу, изменился селектор переключения КПП. И вот эта вот кнопочка, на мой взгляд, немножечко она неудобно расположена, но я думаю, что вы к этому очень быстро привыкнете. Вообще же по салону гораздо проще и вернее будет сказать, что не устраивает, чем перечислять все то, что нравится. У меня ровно три претензии. Первую я озвучил, это вот по поводу кнопки паркинга. И остались красные кнопки старт-стопа и два курка программируемых M1 и M2. Лично мне не нравится их цвет, но это мое мнение. Да, M5, конечно же, скорость, динамика, страсть, но не стоит при всем при этом забывать, что это же еще и обычный бизнес-седан, и у него есть багажник. Если вдруг вы говорите о том, что вы не любите BMW M5, то на это может быть только лишь три причины. Ну, первое, это вы вообще не автомобильные маньяки, с трудом можете отличить Honda от Hyundai. Второе, вы никогда не ездили на M5, хотя бы даже в качестве пассажира. Ну и третье, это только в том случае, если вы являетесь приверженцем AMG или RS и боитесь сгореть в аду за очевидное и понятное то, что BMW M5 являлась родоначальником спорт-бизнес-седанов. И это случилось в 1985 году. А после этого другие автомобильные производители только подтягивались к этой планке. Про спортсменов говорят, что их родные стены греют, но про M5 можно сказать, что город ее стесняет. По крайней мере, визуально. Распухшие колесные арки седана и его взгляд, полный томящейся силы, вызывают мягкий трепет даже в статике. Даже до включения ангельских глазок, даже с расстояния в несколько десятков метров. В железобетонно-стекольных джунглях Харькова M5 смотрится благородно и сдержанно. Флагман подразделения M традиционно верен себе, несмотря на все эти пупочки с пирсингами в передних крыльях и широченную пасть переднего бампера. Но ему нужно больше воздуха, а потому мы выбираемся из город на оперативный простор. Отличие эмочного полного привода от гражданских пятерок заключается в логике и режимах работы, а также в M-дифференциале, который спроектирован заново. Сам по себе M-дифференциал на F90 новый. Он реализован с помощью карбоновых пластин многодискового сцепления. За счет этого есть возможность более четко и быстрее реализовывать блокировку заднего дифференциала. Что ж, пожалуй, эта M5 является, если не самым, то одним из самых комфортных автомобилей в мире. На скорости автомобиль практически парит над дорогой. Но при всем при этом, благодаря его настройкам подвески, вам на руль передаются все трещинки на дороге и даже банально дорожная разметка. Но это не лишает комфорта этого автомобиля среди равных ему. Нет необходимости, конечно же, сравнивать M5 и гражданскую 520. Я думаю, что вы понимаете, что это совершенно разные автомобили. Но именно комфорта, в понимании комфорта для спорта автомобиля здесь вполне предостаточно. И уж точно его больше, чем во всех предыдущих поколениях M5. Конечно же, хочется сказать несколько слов о пламенном сердце новой M5. Это и новый, и одновременно не новый мотор. Немцы говорят, что это новый мотор, но мы-то знаем, что это очередной виток эволюции полюбившегося всем 4.4 литрового V8 от предыдущей M5. В этом инженеры провели ряд изменений. Они установили новые
турбонагнетатели с двойными крепчатками, за счет чего, естественно, изменено управление, новая электроника, за счет чего увеличили практически вдвое давление наддува топлива и довели его до 350 бар. Удивительное ощущение испытываешь, когда ускоряешься на этом автомобиле. Передачи перещелкиваются молниеносно, ну, желательно поставить все-таки в режим хотя бы спорт, хотя и в комфортном режиме подвески и коробки переключения это происходит действительно вот по щелчку. И такое ощущение складывается, что у автомобиля совершенно нету никакого сопротивления воздуха впереди. Он без устали ускоряется, и такое ощущение, что это может происходить до беспредела. Но предел есть у всего, и даже у этой M5. Максимальная скорость этой модели с пакетом M-Package ограничена на отметке 305 км в час. И это не по мотору ограничение, это ограничение по покрышкам. Про M5 можно говорить часами, и я уверен, что найдется, что показывать на все эти слова. Но самое главное – вовремя поставить точку. И, как знаете, я обычно в конце каждого видеообзора говорю, что пишите, что вам понравилось, что не понравилось в этом автомобиле. Про M5 я ничего подобного не скажу. Этот автомобиль не может не нравиться. Вам достаточно один раз проехаться на нем, и с большой долей вероятности я могу сказать, что вы влюбитесь в него. Поэтому пишите, что вам понравилось и что бы вы хотели еще узнать про M5 и другие автомобили. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. И, как всегда, в самом конце видеообзора я желаю всем удачи на дорогах.